финансовая помощь. Во время визита представителей департаментов промышленности и культуры в Сургутский район обсуждалась судьба софинансирования проекта «Барсова гора». Сегодня там за счет бюджета муниципалитета идет благоустройство одной из прогулочных троп. В следующем году приступят ко второй. Однако в планы преображения объекта исторического и культурного наследия включено также и строительство музея. В нем, по задумке, будет и фондохранилище, которого на сегодняшний день в районе нет. Специалисты уже начали работу по возвращению найденных на Барсовой горе археологических памятников и реликвий. Именно на возведение музея местные власти хотят получить софинансирование из окружного или федерального бюджетов. Помочь в этом готовы специалисты окружного департамента культуры. Департамент культуры также совместно с муниципальным образованием Сургутского района мы будем совместно подавать заявки для того, чтобы и перейти на федеральное софинансирование, потому что этот проект, я думаю, он может стать уникальным. Он уникальный сейчас уже на бумаге, и наша задача, общая задача, как и департамент культуры, чтобы он стал уникальным в жизни, чтобы сюда приезжали люди, чтобы могли узнавать историю Югры на реальном примере, как бы реально ходить по тем местам, где когда-то жили предки, и узнавать историю Югры. Немаловажным фактором, который может повлиять на включение проекта в федеральную программу, создание максимально комфортных условий для туристов. Об этом власти муниципалитета уже позаботились. Рядом с Барсовой горой в 5 минутах езды на автомобиле расположена база отдыха «Валикас». Единовременно на ней может разместиться до 55 человек. Также недавно, благодаря поддержке на территории, появилось этностойбище. Мы надеемся, что в конце августа получим уже заключение из управления экспертизы, и фактически начнется следующий этап. Это все необходимые консультации по включению данного проекта в государственную программу и с определением источника финансирования. Либо это окружной бюджет, либо федеральный бюджет на условиях софинансирования из местного бюджета.